Добрый день! Сегодня 1 июля 2022 года. Говорит и показывает Хариш. Мы вас приветствуем на канале компании Кахаус. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчик кверху, нажимайте на колокольчик, чтобы получать новые сообщения, уведомления о наших новых фильмах. И сейчас мы пойдем смотреть пятикомнатную квартиру с шикарным видом. Находится она в хорошем месте. Тут все есть в пешей доступности. То есть вот рядом находится детский садик, магазин. Майян Альпайм, тут шикарная детская площадка наверху. Вот крыши видны. Ну вот еще одна есть детская площадка вот тут рядом. Потом светская школа Тальмерон. Тут находится в 5 минутах ходьбы. Также есть для выгула собак площадка. То есть в Хариш очень мало таких площадок. Тут это все близко. И также, опять же, из квартиры шикарный вид на вот эти лес-горы. Кроме этой квартиры у нас есть еще другие квартиры. 4-комнатные, 5-комнатные, пентхаусы. И если вам вдруг эта квартира не подошла по каким-то критериям, то звоните нам на телефон 053-53-26563, компания Кахаус, пожалуйста, в любые дни, кроме, естественно, субботы. В субботу мы отдыхаем. Эта квартира совершенно новая, то есть до сих пор мы в Хариш получаем новые квартиры. И, как говорят, из найлона, то есть упаковки. И можно это посмотреть, как говорится, и другие квартиры. Опять же, про эту квартиру, то, что я начал, что она совершенно новая. То есть мы получаем до сих пор, стали получать новые квартиры. И сейчас мы спустимся. Она находится на -2 этаже. И посмотрим ее. Дом новый. Здравствуйте. Дом новый. Из-за этого сейчас пойдем смотреть эту квартиру. Что еще вам? Вот вы видите, что тут облицовка. Видео немножко будет длиннее обычного. Ну, стоит досмотреть до конца. Значит, каждый день мы получаем, опять же, новые квартиры. Также, кто хочет купить квартиру, также у нас есть квартиры на продажу. Также мы работаем сейчас с компанией, которая делает, оформляет машканты. Money Directs. Телефон будет ниже написан. И вот давайте, вот заходим мы в эту 5-комнатную квартиру. Не пугайтесь, тут идет сейчас рабочий беспорядок. Ключи мы получили только несколько дней назад, и как хозяин еще не успел сделать ее, привести в порядок до конца. То есть мозганы тут стоят уже. Вот это салон. Тут мы видим место под обеденный стол. Много ящиков, опять же, и вы видите, что большой салон, то есть место под телевизор можно поставить большой, опять же. И давайте сейчас выйдем на балкон, посмотрим, какой тут будет балкон. Вот, смотрите, балкон примерно 100 метров, если не больше. Там можно, кто любит сада, цветочки, вот место есть под цветочки, вон там есть земля, участок земли, сделать себе хороший ботанический сад. Также тут есть вода, газ, можно поставить шашлыки делать, и вот такой шикарный вид. Вот. Также из родительской комнаты, тут родительская комната, можно выйти на балкон, можно тут огородить и сделать даже два балкончика как бы отдельно.
Вот давайте зайдем сейчас в родительскую комнату, посмотрим, что там есть. И тут место под шкаф. Также тут кондиционер отдельно, в каждой комнате тут кондиционеры стоят отдельно. Тут будет кабинка стоять, туалет вы видите, то есть душ. Это родительская комната была. Дальше мы с вами идем. Ванная комната. Тоже не маленькая, хорошая. Тут место под стиральную машину, это сушильную машину. Вот все есть тут. Дальше мы идем, видим, это спальня. Тоже тут очень много розеток. То есть все есть. Потом еще одна комната. Также с кондиционером. И комната Витахон. Это все будет убрано в... Ну, будет убрано, короче говоря, в Максан, еще куда-нибудь, потому что слишком очень много плитки. Я не думаю, что это все будет в Максане. Также у квартиры есть две стоянки. Ударение делаю, это очень важно. Две стоянки, кладовая комната. И квартира сдается надолго. Хозяин купил квартиру на вложение. Из-за этого квартира минимум, будем говорить, 2-3 года будет сдаваться. Он не собирается ее продавать. Это для тех, кто, люди, когда переезжают, они боятся, что квартиру начнут продавать. Нет, эта квартира продаваться не будет. И в нее можно спокойно переезжать. Значит, к вашему въезду будет наведен порядок в квартире. И вы получите чистую квартиру. Кому понравилось? Это квартира. Пожалуйста, звоните нам на телефон 05353-26563. Как я уже сказал, если вы хотите посмотреть еще другие квартиры, есть у нас также сейчас появились пентхаус пятикомнатный, четырехкомнатный пентхаус, опять же, еще четырехкомнатные квартиры. Цены начинаются с 3000 шекелей. Вот так. Из-за того, что в Харише сейчас цены немножко выросли в связи с обстановкой в стране и подорожанием по всему Израилю, то у нас, естественно, цены тоже поднялись на чуть-чуть. И, опять же, четырехкомнатные квартиры, начиная с 3000 шекелей, и дальше в зависимости все от комплектации квартиры, будем говорить так, и в каком месте находится, какой балкон, и, опять же, если это пентхаус, то четырехкомнатный пентхаус, допустим, есть у нас сейчас за 4000 шекелей. Очень хороший пентхаус, смотрите следующее видео. И также я выставляю видео в моей группе Хариш Сити. Там вы можете присоединиться в Фейсбуке к этой группе и посмотреть также ролики, которые мы выставляем. И также идет реклама про город Хариш. Всем хороших выходных, хорошего настроения. Звоните нам. До свидания.